напомним, что вот такое взаимодействие, сочетание именно движения, танца, да, и работы с умом мы будем реализовывать на нашем ретрите в Абхазии, который пройдет с 15 по 23 апреля. И если вы хотите пропустить это сквозь себя, вы, наверное, теперь уже начинаете видеть, как в этих упражнениях можно посмотреть в себя как в зеркало. Да, у нас там мы будем, наверное, и снимать это все, я так думаю, для того, чтобы получать эту обратную связь о самих себе. То есть и этот процесс, он может быть очень мощной такой калибровки себя, очень мощной саморефлексии. И через вот это движение, да, может быть, за неделю этих практик рефлексии, работы с умом, работы с телом, вы немножко выйдете другим человеком, да, с какой-то новой уже структурой, с новой базой, с новым уже заходом в свою собственную жизнь. Вот чего бы мы хотели, конечно, для вас. Да.